Друзья, гости канала, подписчики, всем привет! У нас маленько похолодало, сейчас покажу. Как маленько, хорошо похолодало. Поставил я на 70 ворошилочку и котел поставил на 70. Вчера в 4 часа дня загружал. 6 ведер, до 6 получается, они прогорели. Ну там еще горело, конечно, я догрузил сейчас. Там где-то пол ведра примерно оставалось. Сейчас закинул 5 ведер. Поставил на 70. На улице холодно. Сейчас покажу горение. Вот он уже почти на 70 вышел. Там 68,5. Подмес у меня также стоит на 90%. Ну, дабы котлу было легче разгоняться, думаю, на 100% он не выедет. Не сможет он разогнать. Потому как на улице холодно, еще и ветерок. Ветер у нас восточный, северо-восточный. И на улице у нас минус 40, сейчас покажу. Вот, я сейчас загрузил его. Вот, получается, за 14 часов он 6 ведер скушал спокойненько. И стоял на 60. Дома 22. Как бы нормально. Но сейчас к восходу, скорее всего, похолодает еще сильнее. А потому температуру я добавил. Горит мощно, сильно. Ну, так пламя прозрачное, а на камеру оно такое яркое. Пока в котельной, я жду, чтобы включить ворошилку, как он на 70 выйдет. На таком, кажется, мощном режиме. И дымогаза у нас всего 150. Вот 69, 1 градус остался. Набирает медленно. Ну, так как топливо с улицы холодное, сейчас покажу на улице, потом приду, включу привод ворошилки. Вот он мне пока выключенный. Температуру ставлю так же, как на горе. Допустим, там 70, здесь 70, 60, 60. И оптимально работает. И циклы у нас перенастроенные, получается. Минута работы, 10 минут ожидания, 2 цикла. 2 цикла прошло, если фон 2 раза встряхнулся, температура не поднялась, а она уже, ворошилка не работает. Она растет 69,2. Пойдемте на улицу сходим. На улице у нас холодно. Будем не видать, как уносит. Ну, ветерок. Вот. Болтаются. При том, что на улице у нас 40. Даже 41 почти. Холодно, еще хил сильный. Вчера еще дом обсыпал. Снежок был. Кстати, снег у нас подвалило хорошо. 2 дня шел снег. Руки мерзнут очень быстро. Галек тоже идет хорошо. Хотел в эти выходные остатки в углярку скидать, но пока холодно. Температурка растет. 69,7. Это радует. В прошлом году не хватало котла с дожигателем. Ну, сейчас еще у нас получается минус контур. Контур маленького дома. Дом не стык маленький, вот, полностью закрытый. Открученный. Это дабы, чтобы никто его не открыл. Неожиданно. На всякий случай отключил полностью. И у нас получается по подаче у нас уже 70 почти. И вот обраточка. 64, а 54. Потихоньку растет. Но. Все. 70 набрал. А ворошилка выключилась. Включаем ее. Потом, когда температура пойдет, она включится. Ну, стоит на 70, тут накат будет где-то даже 5 градусов, может даже 7, потому как вот у нас 70 температура. На котле тоже 70, может даже чуть-чуть больше показывает. И вот такое вот открытие у меня еще. Потому что уголь загружен холодный здесь, и здесь получается температура у нас чуть ниже, почти полный.
У нас 5 ведер, где-то вот примерно вот так вот загружено угля. Уголь прогреется, а потом уже температура выровняется, и он меньше будет открываться. Первый накат порядка на 7, даже 8 градусов может быть. Допустим, ставлю на 70, будет 77-75 градусов. А потом по мере прогревания угля температура стабилизируется. И уже он будет ближе к 70-74-72 держать. Но с одной стороны плюс, на старте дать хорошую температуру. Так, ладно, приду позже. Хотя позже. Смысл. Топиться он будет до вечера. Ладно, иду домой. Вечером сниму еще один ролик по температуре, по работе котла. Так что такое у нас холодное утро. Так что всем доброго утра и отличного дня. Всем пока.